Привет, мои дорогие. Ну что ж, мой первый заказ по июньскому в каталогу. Он небольшой, но интересный. Что сначала? Давайте про подарки. Приз за исследование рынка в июне. Вот такая тушь, она идет всем. Мне кажется, призы у всех одинаковые. Приятно. За рубль. Следующее. Приз по программе на целый месяц для всех, кроме новичков. Делай заказ и получаем подарки. Мне пришел Элеганс за 120 рублей. Замечательный парфюм. Продаем мы их по 700 рублей, если что. Вот по призам все. Дальше. Заказы. Black Set Touch. Сейчас скидки на некоторые парфюмы. Один из них Black Set Touch. Многими популярный и любимый парфюм. По хорошей цене, поэтому обратите внимание на эти странички. Это аромат сладко-табачный, на мой вкус. Дальше. То, что сейчас выгодно, на что большие у нас сделали скидки, то, в принципе, клиенты и заказывают. Конечно же, это всеми любимые помады Ультра. 299 рублей. Очень выгодно, заказывайте. Потом такой цены не будет. Ну и, конечно же, 5 в одном. Одна из самых популярных нашей туши. Тоже 399 рублей. Это вообще дешево. Даже дешевле, чем было до подорожания. Хорошая скидка. Берите, девчат. В целом, по заказам все. И еще я заказывала сама себе и для центра Avon, для клиентов, чтобы тестить. Вот такие вот, вот такую вот помаду бальзам. Она у нас уже будет в июльского каталога. Вот, заинтересовала эта помада, потому что она бальзам. Как вы знаете, я люблю продукты, чтобы было много чего в одном. Вот, на лето мне показалось, что это будет просто супер. Потому что бальзам, потому что SPF. Вот. Ну и плюс какой-то цвет. Кстати, я уже ее тестирую. И у меня на губах папайя. Начнем тогда с вами. Знаете как? Снизу вверх. Потому что папайя там последняя. Вот она так смотрится на губах. Давайте сводчи. Поехали. Если вот буквально один раз мазнуть, она прям бледненько будет. Если хотите поярче, то пожалуйста. Вот. SPF 20, по-моему, да. SPF 20 с антиоксидантами. Она реально очень нежная, мягкая, прям губы смягчает. Здорово, то есть подлечит еще губки, если какие-то есть шелушения. Следующий у нас сливовый. Сейчас заглядывают клиенты. Сливовый. Один разочек. И много разочков. Слушайте, тоже красивый, да? Не ярко. Вот она, кажется, смотрите, какая темная. Но на губах она вообще будет не ярко. Так, далее у нас оттенок будет красный. Ну, чтобы поярче, прям несколько-несколько раз. А красный тоже красивый. Я сначала хотела красным, потом думаю, не, наверное, ярко будет. Опять же, какой он красный в помаде и какой он здесь. Это совершенно разные цвета, потому что это бальзам. Вот, и все намного нежнее. Поэтому не бойтесь заказывать яркие оттенки. Будет здорово. Следующий нюдовый. Нюдовый. Очень красивый. Такое ощущение, что они все мое-мое. Все какие-то нежные, приятные. Нюдовый. Как по свету. Так. Дальше. Вот я не знаю, как это перевести. Бэйр. Ну, не голый же. Бэйр. Вот такой вот прям телесный. А, телесный, наверное, голый. Слушайте, практически не видать. Ой, ой, просто, просто блеск, девочки. И только если хорошо-хорошо и сильно-сильно приглядеться, чуть-чуть будет заметна телесность. А так, сами видите. И последний, розовый.
наверное, будет красивый. Бледный. Какой бледный розовый, да, девочки? Ну, приятный. Даже молодым совсем девчоночкам, которым мама еще не разрешает краситься. Посмотрите, какой тут. Все-таки намного вообще ярче. И тут такой... Тут Барби, Барби, Барби. Здесь же совершенно не Барби. Нежнятина розовая. Вот. Все. Вот сколько я с вами, столько у меня этот... Эта помада блеск на губах, и она очень комфортная. Не тяжело, ничего не липнет. В общем, класс. Смягчение, увлажнение, защита. Вот, поэтому рекомендую, напоминаю, приобрести можно уже по фокусу, либо целый набор пробных образцов, чтобы потом уже себе взять какую-то помаду, либо можно уже прям полноценно брать помады. Все, да, такой был заказ. Первый по июньскому каталогу. Я тут так хорошо отдохнула пару дней, что-то даже надо еще отдыхать, чтобы теперь в работу плавно войти. Не забывайте, каталог июнь только начался. Замечательный подарок при отправке заказа новичкам. Прямо сейчас вместе с заказом вы уже